день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас сегодня во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи на торжественном празднике «День Езидского народа», посвященном наступлению Нового года по национальной традиции. Да, еще раз здравствуйте! Я приветствую вас всех. Я очень рад, что вы пришли на наш праздник. Этот праздник езиды на Владимирской земле отмечают впервые. Я надеюсь, что оно будет иметь продолжение. И мы все, вот наша ведущая прекрасная Светлана Константиновна, вас ознакомит со многими нашими как бы традициями, озвучит эти традиции. Сегодня будет прозвучать некоторые мелодии языцкие. Наши как бы обычаи будут озвучиваться. Здесь у нас вот картины, видите, у нас из Ярославля приехал наш художник езидский. Это его, все его работа, тут 25 картин. К нам приехали еще гости из Москвы, наше духовенство и интеллигенция. Вот. Ну, я буду кратце. Будем знакомиться с языцкой культурой. Добрый день, дорогие друзья! Я от всей души, от всего сердца хочу поблагодарить всех, кто пришел на наш праздник, участников и зрителей. И, конечно, хочу сказать, что Дом дружбы народов работает уже в полную силу, организовывает, конечно, с нашими руководителями национальных организаций такие мероприятия. В это вплетаются наши творческие коллективы, не только тех праздников национальных, которые вот сегодня, например, да, но и участвуют из других наших национальных организаций, перекликаются культуры, перекликается творчество. И это, конечно, ведет к национальному единству нашей любимой Владимирской земли. Особую благодарность я хочу выразить библиотеке для детей и молодежи, Сдобникову Татьяне Алексеевне, директору, нашей прекрасной ведущей, которая очень часто мы обращаемся, чтобы вести эти мероприятия на Константиновне. Это были высокие профессионалы. Поблагодарите их, пожалуйста, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, дорогие гости. Я бы очень хотела двумя словами описать и объяснить как бы смысл этого праздника. Значит, это очень важный национальный праздник, который, как вы уже сказали, считается началом года. Значит, каждый год в первую среду после 13 числа езидский народ отмечает праздник начала года. Накануне до захода солнца начинается празднование. Верующие представители езидского народа во вторник постятся. Согласно езидским священным текстам, каждый год Бог садится на трон и созывает к себе ангелов во главе Наряки Таус. Согласно езидской мифологии, Красная Среда – это день, в который было завершено сотворение Земли. Солнечные лучи впервые достигли Земли, окрасив небосвод красным цветом. Отсюда происходит название «Красная Среда». Кроме того, в этот день на землю впервые пришел глава езидских архангелов Таусимелек. Таусимелек является центром семи архангелов, поэтому и представляется в среду середина недели или центр семи архангелов. Согласно езидской вере, Бог каждый год посылает на землю ангела, чтобы устранить зло среди людей. В этот день красят вареные яйца как символ обновления природы, чтобы Вселенная обрела форму яйца. Желток символизирует солнце. Это символ езидского народа. В Красную Среду люди встают рано, молятся перед солнцем, за всех живых существ молятся, за живых сначала. Позже раздаются сладости и красят яйца. В утренние часы люди выходят на природу, собирают белые и красные цветы, это делает особенно молодежь, дети и так далее, белые и красные цветы, которые вешают на входную дверь и на окна своих домов. Это украшение на двери призвано защищать от нападения.
После чего народ посещает своих ушедших, то есть ходит на кладбище, поклоняются памяти предкам, ходят в те дома, где есть скорбящие, чтобы оказать моральную помощь. Одним словом, езидский народ в первую очередь дает дань памяти ушедшим, а потом только поздравляют друг друга. Всех езидов поздравляю с праздником. Рад приветствовать всех. Спасибо всем тем, кто здесь, ну, находится. Очень приятно. Также я и мой брат Задай выступим и покажем наши песни. Мы езидские музыканты. Также, ну, рад, что вы здесь находитесь, Задайджан. Также слово предоставляю тебе, брат мой. Добрый день, дорогие друзья. Я всех приветствую вас. На самом деле, это очень большой праздник для езидов. Я всех езидов поздравляю и также выражаю огромную благодарность всем организаторам. Приехал замечательный, талантливый езидский художник Надар Садаян. Посмотрите, его работы сегодня представляют большую выставку в нашем зале. В них есть самобытность, колорит, и чувствуется, правда, в каждой из этих работ чувствуется любовь к жизни, любовь и к своей исторической родине, и даже я вижу, как бы по пейзажам чувствуется большая любовь и к России, как к своему новому дому. Несмотря на то, что сегодня Надар Садаян руководит собственной строительной компанией, талантливый человек все равно находит время для творчества. Итак, давайте поприветствуем Надар Садаян. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Вот моя работа. Я вот пишу, мне вдохновляет, вот пишу именно для своего народа и для своего. Вот Ярославль — моя родина, я там уже сколько, 30 лет, я там вырос. И вот пишу, это для меня много чего значит. Спасибо, я немножко смущаюсь. Спасибо. Да, да. Расскажите, пожалуйста, о своей любимой работе. Для кого она была написана? Мне все работы, все любимые, ну, большинство для своего народа я пишу, чтобы люди другие, чтобы узнали.
посмотрели. А вот вы говорили, что некоторые картины вам даже снились. Да, да? Мне снятся картины некоторые, вот снились, да, картины. То есть вот сюжет этот так затронул вас, глубоко в душу вам запал, вам захотелось его изобразить, да? Да, захотелось его изобразить. Вот там у меня есть сюжет, да. «Рабство 21 века». Вот как раз в 2014 году, в 2014 году, был геноцид нашего народа. Там почти 5-6 тысяч женщин, детей попали в рабство. И вот до сих пор они перепродают наших женщин. Вот я его вот преобразил, чтобы тут люди видели, посмотрели, как вот просто, ну, много. Вот как раз вот сейчас вот эту картину я тоже посвятил Новому году. Новому году. Вот несколько дней назад я его закончил. Вот как раз вот наша, да, Новый год, как в России Пасха. Вот пишу все вот эти мои картины. Это... И радуете нас. Спасибо. И радую. Спасибо вам. Приглашаю всех гостей сегодняшнего праздника. Обязательно после окончания мероприятия пройдите, посмотрите на эти картины. Некоторые из них вот прям меня глубоко тронули. Например, вот этот великолепный закат, где женщина с ребенком смотрит на уходящее вдаль солнце. Картина вообще написана как будто в 3D формате. Просто удивительная техника. Ну, правда, ребят, да? Вот и гости. Извините, да, просто сюжет. И ребеночек вот с цыплятами тоже, и семейная пара. Вот священный храм для Лешего, тоже картина изображает его. А также, видите, их священные цвета, белый и красный, тоже в форме роз. Каждая картина, каждая наполнена глубочайшим смыслом. Вот, например, это «Дикий мир». Можно просто увидеть животных, да, пасущихся на природе, да, в какой-то долине. Но на самом деле картина эта настолько глубоко пронизана национальной тематикой. Вот посмотрите, в окружении хищников крокодил, гепард, медведь, лев, лиса, стоит два ягненка. А не символ ли это езидского народа, который окружен такими воинственными, враждебными государствами, которые так и норовят, как говорится, его схватить и, можно сказать, да, уничтожить. То есть, насколько глубоко художник думал, да, вот о судьбе своего народа и вот так символично это все изобразил. Вот, каждую картину можно рассматривать, любоваться и вот находить глубочайшие смыслы. Студенты Владимирского музыкального колледжа подготовили творческие номера. Ребята под руководством своих замечательных педагогов разучили езидские национальные мелодии. И сегодня у нас есть редкая возможность их услышать. Я приглашаю на сцену Скитович Анну. Подготовила ее преподаватель Будкова Ирина Сергеевна. Она исполнит езидскую народную мелодию на флейте. Thank you.
Образ священной птицы издревле считается на Востоке символ мудрости и роскоши. Вот вы видите нашу выставку, да, как бы уголок езидской культуры, интерьера. Это действительно настоящий домоткань, вручную сотканный ковер, который предоставила нам езидская община. И вот священная птица, павлин, из бронзы, тоже почетное место занимает в каждом доме такая птица. Вот. Ну и символы сегодняшнего праздника, да, разноцветные яйца и национальный кулич. О нем я сейчас расскажу вам.
мне хотелось бы представить выпускницу Московского гуманитарного университета, а также магистранта Московского института современного искусства, многократного лауреата международных конкурсов Бегоеву Амину. Она исполнила песню Шарля Азнавура «Вечная любовь». Всем здравствуйте, добрый вечер, добрый день точнее. Мы с мамой приехали из Москвы специально для этого мероприятия. Очень приятно, что такие мероприятия создаются. Ты уйти не мог, прощаясь на все.